Я сегодня никуда не поеду. О, бля, нихуя себе. Всем привет! Сегодня 1 февраля, это последний месяц зимы 2020 года. Мы выехали, зимние эндуро. Посмотрите, это то же самое, что и летом. Тот же самый кайф. Все говорят, что зимние эндуро не существует. Нет, вот оно. Сегодня температура где-то градусов плюс 1-0, вот так вот. Мокрый снег, но он не плотный, скользко немножко. Но самое оно для тренировочки. Поехали, посмотрим, что получится из этого. Снимает, что ли? Он красным моргает, значит, снимает. Привет, друзья, вы на канале Все в Эндуро, и у нас с Павлухой вышел спор. Я утверждаю, что эндуро зимой не существует. Существует. Мягенько. Как подготовить мотоцикл, чтобы кататься на нем зимой? На самом деле не нужно не очень много, нужна зимняя резина. Кто-то выбирает шипованную, кто-то не шипованную. Важно только, чтобы она не дубела, оставалась мягкой при отрицательных температурах. Нужно утеплить карбюратор. Если у вас карбюраторный мотоцикл, поставить на него так называемый зимний жиклер. Варежки на руль, чтобы не мерзли руки, желательно. Масло более жидкое, более... чтобы оно не было такое густое, опять же, при отрицательных температурах. И все, можно катать? Можно катать. Thank you.
А вроде почти заехал. Прям вау, хочу сказать. Зимняя эндуро есть.